Новые служебные машины получили сотрудники Ульяновской госавтоинспекции. 7 патрульных автомобилей в торжественной обстановке сотрудникам передал начальнику МВД России по Ульяновской области Андрей Мишагин. Автомобили собраны специально для дорожно-постовой службы, поэтому оснащены системой видеонаблюдения, громкоговорителями, радиостанциями. Установленные видеорегистраторы имеют высокое качество записи, чтобы объективно решать спорные ситуации. До конца 2020 года запланировано поступление в подразделение госавтоинспекции региона еще 50 патрульных автомобилей с улучшенными динамическими характеристиками, что позволит более мобильно, эффективно и качественно обслуживать федеральные, региональные, муниципальные автомобильные дороги нашего региона. В самое ближайшее время новые патрульные автомобили выйдут на дороги Сенгелеевского, Чердаклинского района и Димитровграда. Обновление автопарка проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».